Друзья, привет! Снова я, с вами Волченко Сергей. Небольшой обзорчик. Два одинаковых квадрика, две базы, то есть одинаковые, кубатаж одинаковый, вариаторы, скорость вперед-назад, но они разные. Итак, погнали! Мотокс 200-ка Гризлик и Авантис Хантер 200. С виду база вся одинаковая, чуть-чуть по резине, да, различия есть небольшие, но визуально тоже. Итак, погнали, Мотокс, 200 кубов, 16,9 лошадей, вариатор, скорость вперед-назад. Соответственно, Авантис Хантер, 200 кубов, скорость вперед-назад, вариатор. Воздушное охлаждение, масляное охлаждение. Фары белые, белого цвета фары светят, да, комплектуха идет изначально, даже видно светодиоды, если посмотреть, вон они, обычные желтые фары. Лебедка есть, нет лебедки, есть приборка вот такая вот, скорость вперед-назад, пробег, соответственно, обороты. Здесь приборки нету, здесь только идет индикация, скорость вперед, нейтралка назад. Дальше. Брелков там и там нету, индикация пробега, одометр, да, нету, он здесь встроенный. Дальше прикуриватель есть, да, ну, прикуриватель, розетка, не для little гаджетов каких-то, нету розетки. Ручной стартер есть, ручной стартер тоже есть. Сигнал, нету сигнала на Мотоксе, бибикалки нету. На Хантере есть бибикалка, соответственно, можно посигналить. Два багажника, окей, одинаковые. Соответственно, ребят, и все, наверное. Еще есть фишка такая, смотрите, пожалуйста, в этой комплектации. Хочу подчеркнуть сразу, каждая поставка, каждая новая комплектация всегда отличается, всегда. Итак, здесь есть отверстие под фаркоп, можно прикрутить сюда фаркоп. Ну, на балдажник сам поставить, сама фишка уже есть. Здесь нету. Защита сзади здесь и здесь есть. Не вижу, здесь съемная, нет. А у Мотокса защита съемная, она откручивается. А у Хантера, здесь сейчас посмотрим. А у Хантера она не откручивается, ребята, она целиковая. То есть вот эту фишку не открутить. У Мотокса открутить. Соответственно, по лошадям одинаково, по скорости плюс-минус одинаково. Посадочные места, пластик абсолютно одинаковый. Под ногу здесь, заднюю под пятки, то же самое. Соответственно, и все. Цена, потому что он урезанный весь, нет приборки, лебедки, соответственно. Цена на Hunter Avantis ниже, на Мотокс повыше. База абсолютно одинаковая, разная резина немного, а подвеска одинаковая. Собственно, вот и все отличие, я вам сказал. И там гидравлика идет на передние, на задние тормоза. Наверное, предварительно и все. Так что, друзья, выбирайте квадроцикл. На какой возраст? От 4,5 лет берут эти тачки. Ограничивают скорость, и там он есть ограничитель. И катаются вместе с детьми, пока их не научат адекватно ездить. Они у нас есть в наличии. До какого возраста? У него грузоподъемность там до 150 килограмм, он тащит спокойно и вообще вопросов нету. То есть он едет адекватно, выбирайте сами. До какого возраста тоже, ну то есть до какого роста тоже вам уже решать, потому что берут и взрослые, и дети, и катаются на них. Спасибо всем большое, пока-пока.